2 июля 17 год, Харьков, дворец бракосочетания, и вот такая инсталляция у нас тут появилась. Огромное количество бабочек, почему-то все обращенные практически на запад. Вряд ли бабочки работают как флюгеры, скорее это просто символ чего-то. А вот чего, бог его знает. Да, но здесь еще есть одна куда более эффектная инсталляция. Букет невесты. О, я надеюсь, когда его бросали, никто не пытался его поймать. В противном случае под этим букетом легко могут оказаться пару-тройка дружек. Или то, что от них осталось. Креативненько. Особенно с этого ракурса классно смотрится.